Три Саши из 6 А вместе с одноклассниками дружно собирают прошлогоднюю листву с газона на пришкольной территории. Девчонки умело орудуют граблями, собирают мусор в мешки. Работа им нравится. Что понравилось? Ну, то, что мы помогаем природе просыпаться после зимней спячки. Мы убираемся, нам весело, мы смеемся. Мне очень нравится прибираться, потому что свежий воздух. Вместе с ребятами работают родители, показывают пример подрастающему поколению и следят за ходом уборки. Все ребята дружные, хорошо убираются. Я думаю, что будут все довольны, все отлично. Такие субботники в Одинцовской гимназии номер 4 проводят ежегодно в преддверии майских праздников. Школьники очищают территорию от сухой травы, палой листвы и мелкого мусора. На уборку обычно выходят после уроков или во время перемен. Весь инвентарь ребятам выдают. За каждым классом на протяжении всего года закреплен свой участок. Конечно, когда выбывают у нас одиннадцатиклассники, то, понятно, происходит небольшая смена, да? Началка у нас помогает, ну, когда мы ее просим, такого закрепленного участка у них нет. Но все равно они на субботники выходят, с родителями помогают, высаживают деревья, кустарники. В общем-то, родители нам тоже всегда помогают в этом вопросе. Во время первого весеннего субботника шестиклассники собрали со своего относительно небольшого участка около 20 мешков мусора. Для этого ребятам потребовалось менее получаса. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».